Коротенький обзор, как накрутить звук с группы Max с песни Get Away, то есть вот это вот. Так играть неинтересно. Сам звук называется Square Res, наверное так. Дальше мы идем и к эффектам. Вот. Эффектам. И у нас самый главный эффект Pitch Shifter. Включаем его. Это объединяет звук. Вот. То есть был вот такой. Вот. А мы сделаем вот так. Потом далее реверберация идет. И вот этот вот звук. Chorus flying. Вот. Поскольку он на второй дорожке стоит, мы вот делаем эффект 2. И вот depth. Depth мы накручиваем до 100. И получается вот так вот. Накручиваем на 2 и включаем его. Вот, смотрите, что получилось, когда я накрутил с 50 до 100. Вот. Потом берем, сюда идем и крутим вот эту вот минус 18 делаем. И смотрим. А эту делаем до плюс 18. Вот. Можно и не делать вот так. И вот эту вот можно покрутить. Вот эту можно покрутить, вот эту. Короче, он много веселее, не знаю, оригинал, не оригинал. Вот depth до 100, здесь минус 18, здесь плюс 18. Здесь ничего не надо трогать. Вот особенно вот этот depth до 100 докрутить надо. В любом эффекте, в котором он присутствует, можно... Компьютер, хорш, флагин, есть вот такой SD. Вот. И получается вот такой звук у нас. Вот так. Ну, может быть, я кому-то помог, а может быть и нет. Ладно. Играйте Max Getaway.